Глава республики считает, что возникла острая необходимость принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в неблагополучных семьях. Например, забирать их у страдающих алкоголизмом родителей во время праздников. Я считаю, что государство, власть выполнила все для того, чтобы у этого ребенка, у этой девушки состоялась семья. Она, я так понимаю, дом получила, да, по программе. Ну и все было к тому, чтобы жить. Зачем она это сделала, надо отдельно.